Infradel Projects – компания, предоставляющая услуги по управлению проектами, строительству, пусконаладке, эксплуатации, техническому обслуживанию, управлению активами в нефтегазовой сфере и секторе развития инфраструктуры. Компания успешно работает в Индии с 2002 года, в Казахстане – с 2014. В декабре 2014 года IDP зарегистрирована в Казахстане под названием ТОО «Infradel Projects Казахстан», имеет необходимые лицензии на проведение инженерных, строительных и пусконаладочных работ. IDP имеет аккредитацию качества в соответствии со стандартом ISO 9001-2008 и прошла полную процедуру регистрации, а также обладает сертификатами, необходимыми для ее деятельности. Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды. Infradel Projects придает огромное значение обеспечению работников в соответствии с самыми высокими требованиями стандартов безопасных методов работы. Все члены команды IDP привержены делу совершенствования практики в области охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды. Деятельность ведется таким образом, чтобы она отвечала требованиям законодательных норм и правил и снизила риски работников, общества и загрязнения окружающей среды до минимума. Основной принцип компании Infradel Projects является охрана труда по теме безопасности, гарантия обеспечения сохранности жизни наших сотрудников. История роста. С момента своего создания в 2002 году IDP сохранил устойчивую траекторию роста с точки зрения развития потенциала, спектра предоставляемых услуг, клиентской базы, финансовой стабильности и расширения географических районов деятельности. 2002 год. Создание и подписание первого контракта. 2004 год. Первый проект – монтаж трубопровода под ключ. 2009 год. Реорганизация в частную компанию в Индии. 2013 год. Подписание первого международного контракта. 2014 год. Зарегистрировано в Республике Казахстан в качестве ТОО. 2015 год. Предпусконаладочные и пусконаладочные работы в Казахстане. 2017 год. Успешное начало работы в секторе горнодобывающей промышленности. 2019 год. IDP доверен значительный объем работ в проекте будущего расширения и бейс-бизнес в ТШО «Тенгиз». Услуги по управлению проектами. Механические и трубопроводные работы. Прокладка магистральных трубопроводов. Услуги по предпусконаладочным работам и пусконаладочным работам. Общестроительные работы. Услуги. Проекты под ключ, технологические процессы и трубная обвязка, трубопроводы магистральные, предпусконаладка и пусконаладка, управление активами, снабжение, работы после завершения проектов под ключ, снабжение проектов по сервисному обслуживанию. Наша команда – наш основной ресурс. Представляем небольшую часть нашей команды. Ахтаева Гульнара, Алипкалиев Тельжан, Алмаханов Оразбек, Атантаева Асем, Бестибаев Марат, Валия Арпан, Гайбулаева Дина, Горбунова Надежда, Ерниязов Максот, Ибраева Нургуль, Иманов Инамат, Клычев Али, Хосаев Айдын, Кульвалиев Максим, Левина Юлия, Макарова Ольга, Нигишев Алтынбек, Орынбекова Азия, Рамеш Кумар Шарма, Сингх Балджит, Сингх Дармендра, Скопа Елена, Сринивасан, Субот Виталий, Султамбаева Ахбота, Табуров Фуркат, Тумембаев Ернар, Уйсинов Самат, Фельбуш Павел, Хайдаров Эгамберди, Халматов Бахтияр, Челингарова Фатима, Шангина Александра, Чаудхури Каушикде.
Дорогие друзья, сегодня у нас праздник. Праздник наших побед и достижений. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с юбилеем, с 5-летием компании Infradel Projects Казахстан. Хочу поблагодарить руководство нашей компании, а также всех сотрудников за честный и добросовестный труд. Я горд, что являюсь частью этой команды. Желаю вам успехов, больших достижений и побольше прибыльных проектов. Специализированное оборудование. Компания имеет производственное оборудование, такое как компрессоры, осушители воздуха, оборудование для затягивания болтовых соединений и насосов высокого давления. Специальная команда поддерживает все оборудование в отличном рабочем состоянии и готовым к мобилизации на проекты в кратчайшие сроки. Наши проекты. IDP успешно выполнено более 100 контрактов за 17 лет в Индии и Казахстане. Мы работаем с крупными международными компаниями, такими как Punch Lloyd Limited, Aban Construction Private Limited, SR Construction, Gas Authority of India Limited, Larsen & Toubro Limited, Sinopec Engineering, Asian Gas Pipeline, Kaz Minerals, Isker Consortium. Представляем вашему вниманию наиболее крупные проекты за последние годы. Казахстан Caspian Offshore Industries. Испытания и пусконаладочные работы. Актау, 2018 год. Кастрой Сервис. Горизонтально направленное бурение. Нур-Султан, 2019 год. Тенгиз Шевройл. Работы по консервации. Тенгиз, 2019 год. Велесстрой. Монтаж оборудования. Тенгиз, 2019 год. Infradel Projects came into existence in the year 2002 as a company that provides project management, construction, commissioning and operation maintenance services in the oil and gas and other infrastructure sectors. In these last 17 years, having successfully executed close to 100 contracts in India and in Kazakhstan, the company has developed a reputation of always delivering to its customers on time, with quality, and never compromising on safety standards. With a team of highly qualified and very motivated personnel, we are now poised for a period of rapid growth.